Всем привет! Сегодня суббота, 30 января, предпоследний день января, и до весны осталось совсем чуть-чуть, 4 недельки. Значит, вот у нас вновь выпал снег, все покрыло снежком, температура около нуля, минус 1, ночью было минус 5, и пошел снег, опять у нас потеплело. Не так давно я посеял редиску. Давайте заглянем в улицу. Вот видите, как на крыше лежит снег. Здесь у нас лежит редиска. Ну и пока есть возможность, можно будет вот этот выпавший снег положить поверх вот этой, поверх этого укрывного материала, чтобы добавить влагу. Во-первых, семена будут более долго спать, пока снег растает, температура поднимется тут до тех значений, когда влаги будет достаточно уже, и он растает, и тогда уже рост более будет ровный. Но пока надо будет натаскать сюда снег. Сейчас я натаскаю, а потом вам покажу. За каких-то 15-20 минут я наполнил теплицу снегом. Снег такой влажный, тяжелый. И семена редиски под ним, под этим снегом, будут в состоянии анабиоза. И проснутся только тогда, когда этот снег растает, то бишь когда настанет более теплые дни. И тогда уже они начнут расти. Но пока будем ждать, смотреть. Итак, сегодня 30 января 2021 года. Продолжение следует. Всем пока.